38-летняя Ксения Собчак продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. Звездная блондинка делится фрагментами своих красочных будней. Сегодня экс-кандидат в президенты России решила добавить огня и сделала смелое фото около бассейна. В кадре она предстала в широкой соломенной шляпе и черной накидке, приняв пикантную позу. Номинация «Фото с отдыха. Ноги свои», заверила Ксения в Инстаграм. Поклонникам телеведущей понравился ее эксперимент. «Красивая и настоящая, особенно радует, что ноги свои, красотуля, ноги, собственность модели», написали фолловеры. Несколько фанатов обратили внимание на провокационную позу Ксении. «Стыдливо прикрыла пах, раздражение, идеальный ракурс, руки бы только по-другому сложить», отметили они. Недавно Ксения Собчак сняла на видео глюкозу в купальнике. Супруга Константина Богомолова похвасталась роскошной виллой на Мальдивах за 1,5 миллиона в сутки. Блондинка сравнила себя с Джиджи Хадид.